Наши любимые разработчики выдали первую пачку банов Honkai Star Rail. Как и за что, давай тебе расскажу. Ба-дам-ба-дам-ба-дам. Опа! Больше всем тюленей привет, с вами на связи Аркадий и Talking Wait. Прошла всего лишь одна неделя с релиза Honkai Star Rail, а наши любимые разработчики внезапно выдали огромную пачку блокировок своим нерадивым игрокам. За что и почему? Давай с тобой подробно в этом разберемся. Оказывается, то, что наши разработчики, ну в принципе как и все, не любят, когда игроки обманывают их на деньги. А тут внезапно в Honkai Star Rail появилось огромное количество барыг, которые предлагали звездный нефрит по очень вкусным ценам. В некоторых магазинах скидки доходили до 50% от оригинальной цены. И игроки, которые хотели сэкономить на получении прекраснейших вайфучек в Honkai, конечно же, были падки до подобных предложений. И после того, как происходит данная сделка, существует два пути дальнейшего развития. Первый путь самый легкий. Ты просто автоматически потеряешь свои деньги, потому что продавец просто перестанет выходить с тобой на связь. Второй вариант более интересный. Ты получишь свои желаемые нефриты на своем аккаунте. Зайдешь, потратишь их, возможно, даже выбьешь и легендарку, но сегодня с утра игроки, которые зашли в свои аккаунты, получили достаточно неприятное письмо. При заходе в игру они увидели то, что у них теперь отрицательное положение нефрита, а на почте ожидает достаточно неприятное письмо, в котором говорится то, что платеж, сделанный вами в качестве покупки звездного нефрита, был отозван, и теперь разработчики отобрали сделанную вами покупку, а вам предлагается 7 дней на то, чтобы пополнить баланс до нулевого состояния. Ну и что мы имеем по итогу? Игрок обязан купить максимальный пак, если он его купил, а также отдал сумму продавцу, который радостно теперь убегает. Мы в Тюлень Стори можем сказать то, что подобных цен, которые предлагают подобные продавцы, вообще не существует. Мы в данный момент работаем над Honkai'ем, у нас уже имеется небольшое предложение с небольшой скидкой, которую вы можете приобрести. Приобретая звездный нефрит через нас, ты имеешь 100% гарантию защиты от блокировки. За все время нашей работы в Геншине никто никогда не потерял ни свой аккаунт, не получил минус на свою учетку. Тут уж мы, проверенные ребятки, как говорится, мамой клянусь. А другие мелкие продавцы, которые появляются в интернете, не имеют ни своей репутации, ни гарантий. Если вы покупаете на FunPay, то в принципе, казалось бы, да, у некоторых продавцов большое количество отзывов, но потом просто продавец берет, откатывает все платежи, и ты остаешься ни с чем. А площадка тут, увы, ни с чем помочь не сможет. Если там у продавца останутся какие-то деньги, возможно, вам что-то вернут. Но чаще всего подобного не происходит. Поэтому, пожалуйста, будь внимателен. Если ты хочешь все-таки сэкономить, то выбирай проверенных продавцов. Обязательно. Иначе скупой платит дважды. На сегодня это все. Держи свой аккаунт в сохранности. И большое спасибо тебе за просмотр. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Web-a-dim-w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 eb-a-d